что будет, если следовать за Тревором в миссии «Свободное падение» в GTA 5. На данной миссии, играя за Майкла, нам нужно сбить самолет с ценными бумагами, а затем за Тревора перехватить самолет и, соответственно, достать нужный чемодан. Но что будет, если в самом начале миссии начать следовать за Тревором? Я начал преследование с самого начала и, к слову, продолжал его 20 минут реального времени. Сначала Тревор просто ездил по городу, останавливаясь в пробках, однако то, что произошло дальше, меня сильно удивило. Спустя время он застрял на дороге и пытался проехать сквозь текстуру моста, однако я решил эту проблему и поехал за ним дальше. После этого наш персонаж снова застрял на том же месте, из-за чего чуть не потерял его из виду. Ну а затем он направился в аэропорт, в котором с моей помощью заехал в многоэтажную парковку и стал наворачивать круги по одному и тому же месту.